Gunther! Oh shit! I'm gonna kill you all! Faster! Уф, уф, как стреляют. Так, друзья мои, всем привет, Тарков. Я за дикого зашел и... Так, одиночком так могу содить могу одиночку. Ну ладно. И я дикий, и я тут это... Не помню, на какую кнопку он орёт. Ладно, пойдем, там война была, пойдем на войну. Самое главное, надо помнить, что за дикого я не должен убивать своих корешей, диких тоже. Я. А это мой кореш дикий был. Ну ё-моё. Лежать. Ладно, хотя бы знаете что? Сейчас поднаберу с них лутая себе и оттащу это все в свою нару. Пацаны, я чутка вот слышу. Кого я мог тут слышать? Ёшкин-макарёшкин, полные кусты трупов. Пацаны, да вы чё? Здесь выбросить. А, как тут все долго, а? Снять. О, мы продадим этот топор. Жетоны, я не знаю, что с жетонами. Они продаются, что ли, сейчас, нынче? Патрики. Годится. Еще патрики. Годится. Ну, пока у пацанов там идет война, прям мы тут это. На луте будем. Бро, чё у тебя? У тебя патроны должны быть на дробаш. Что-то жетоны у меня не изучают. Вот это херово. Так, стакаем. Емеля сухари, ну ё-моё, мужик. Ну ты чё, какие сухари Емеля? Так, давайте-ка я долутаю там, где я своих убивал.
Бро, может, у тебя что есть тут в карманах? А почему бы нет? Ну реально, почему бы нет? Мне бы гренку, а? У кого-то найти и прям... Фу, я бы метатель грен был. Так, вон он. Ебать, это что там за ружье? Пробежал, да, бро? Ева, вот это тут этот экшен. Я валю всех. Свои и чужие. Блин, слушайте, я даже не знаю, что взять-то. Что будет лучше. Сайгата, мне кажется, пободрее, да? Бро. Погоди. Погоди, бро. Так, вот это выбросить. А вот это... Ну-ка, возьми-ка. Здесь. Выбор вынуть. Не надо вынимать ничего, блядь. Сейчас пристрелят, бро. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Оно не лезет. Понял. Понял. Нож нахуй. Это по мне. Заряжать придется так. Медленно, но все равно частично эффективно. Семёныч, ты чё, бля? Зарубить меня решил, что ли? Мне и так страшно. Так, сайга разрядить. Сайга зарядить. Сайга зарядить.
Мужики, вы чё тут? Ебать тут все кровожадные, я вам скажу. Я хоть и за дикого, но немножечко лута я бы вынес с собой отсюда. Ну, что-то тут, я вам скажу, прям какая-то дичь идет. Но мне это пока что нравится. Взял сайгу. Ты говна всякого понабрал. Жить можно. Так, все свободны. Я никого не звал. Так, вот заправонька, да? На заправоньке должна быть вся движуха. Зачастую она тут такая нехилая. Удивительно, почему нет гранат. Найдите зону выхода. Опа, вот эта аптека бы хорошая, конечно. Мы ее возьмем. Аптечка нам пригодится. Так, это не по мне. Прекрасно. Нет места, ёпты. Эти патроны тоже не подходят. Сколько ты тут занимаешь? Нормас. Зажигалка тоже чего-то достоит. Мне сумка нужна нормальная. Это уже что-то нормальное стреляет. Ни хера не дробаш. Это уже какая-то там М-ка или калашек. Более заряженный. Так, и тут никого. А где все-то? Что за новости, пацаны? Ёпт, не выбивается. Так, ладно, ладно, понял. Понял. Понял, не дурак. Вот это хороший, кстати, аптечка. Ей надо и хилиться. Здесь заряжено, здесь заряжено. Вот здесь не заряжен пистолет. Я бы, знаете что, хотел бы, наверное, все-таки выйти отсюда.
По-моему, это греночка только что была. Так, это чуваки. Это чувачки, которые что-то не очень дружелюбно настроены. И навряд ли они со мной тут будут сейчас разговаривать о высоком. Пацаны, I'm friendly. Лежим. Дальний угол завода или ЖД к военной базе. Но тут парни-то не очень дружелюбные, ёпта. Да. Это был Баха Костоправ, который не смог выбраться из зоны. Убит. Дикий один бировцев убит. Ну ладно, что, ничего страшного. Дикий покрошил бировцев, убил, пытался вынести лут, но не получилось. Вот такой вот был Тарков.